Ничего от отверженных. Значит, ты, наверное, и есть второй пепельный. Что за гнилая судьба? Видишь ли, я был очень терпелив. Легенды говорят о двух пепельных, которые сожгут этот мир Арианделя дотла. Осталось найти еще одного. Ах, вот как. Понимаешь, я-то надеялся, что оставшийся пепельный — это ты. О, наконец-то ты здесь. О, прошу, исполни мое желание. Пусть легенды станут правдой, и этот мир выгорит. Моя госпожа должна увидеть пламя. Тебе лишь надо ей его показать. Разве ты не из пепельных? Разве ты не ищешь огонь? Трудно не заметить, что этот мир разлагается. Но эта ведьма обманула нашего доброго отца и забрала пламя. А ведь мы все тогда уже решились. Прошу, исполни наше желание. Пусть легенды станут правдой, и этот мир выгорит. Моя госпожа должна увидеть пламя. Тебе лишь надо ей его показать. О, прошу тебя. Что может быть ужаснее, чем медленно гнить? Как те глупцы, которые живут по ту сторону. О, как те...
Я снова и снова встречаю таких, как ты. Все беглецы должны быть пойманы. Все секреты должны быть раскрыты. Так считают все самопровозглашенные искатели правды. Но сложности выдают в вас слабаков. Вы сами навлекаете на себя страдания. Клятву и подвел тебя, госпожа. Кажется, я чую от тебя запах пепла. Верно о тебе говорил дядюшка Гаэль. Ты покажешь мне пламя. Ладно, когда все будет сделано, я смогу вернуться. Благодаря тебе дверь открылась. Ладно,
О, прошу.